А это... Лена. Она грызет мой костюм. Потому что там, наверное, семечки когда-то были. Лена совсем маленькая девочка. Ну, придержи, чтобы не убежал. Похвати ее. Лена очень волнуется. Она ждет маленьких крольчонков. Мы ее очень любим. Она кушает морковку, капусту. И она очень стеснительная. Это декоративный кролик. Она смотрит за вами. Не обижайте ее. Лен, вот мой палец. Лена. Она очень хорошая. Ну, уже пошла минута. А чем вы ее кормите? Морковку кушает. А капусту? А что ей больше всего нравится? Она грызет мою куртку. Моя куртка ей понравилась. Она думает, что это зеленый... Может, она думает, что это киви? Или хурма? Грызет мою куртку. Она такая вонючая у меня. Я с работы иду. Пускай грызет. Мне не жалко. У меня и так служебная. Лена, ты служебное амбунирование грызешь. Смотри. И даже не реагирует на мои слова. А ну, принеси что-то погрызть. Морковку какой-то, кусочек капусты. Куртку мне сейчас съест, а мне ее сдавать на работе. Инвентарный номер. Лена, даже не боится уже меня. Лена. Да, еще. Так, 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 давай, чтоб. О, Лене кушать принесли. Яблочко. Она любит яблочко. Смотрите, как она яблочко кушает. Блин, я бы и сам бы съел яблочко, но мне яблочко не дали, я не заслужил. Я только компьютер ремонтирую. А Лена, она очень серьезная девушка. Она только к серьезным относится парням. Вы, если вы думаете, что она вот так вот сразу... Не, только за евровалюту. Да. Если ей не дадут яблоко или морковку, она вот, вот у нее уши, видите, какие? Да, YouTube. Канал у меня называется 1L дыр-дыр-дыр. Ну, как вы считаете, хороший кролик? Сейчас она попросит добавку. Давай еще что-нибудь принеси. Сейчас хозяин ей принесет яблоко, она уже съела. Ого. Ну, давай, давай еще что-то, Коля. Вот она к хозяйке пошла. Я не буду снимать лицо. Да я не трогаю, ну. Что она сейчас кушает? Уже все съела. Ну давай еще что-то тащи. Она сейчас начнет постель же грызть. Она думает, что она на лужайке. Смотри. Какать будет? Ну давай я ее поглажу. Можно? Леня Бачи и Леонардо Ионович погладит. Это наша куртка. Вот. Это наша шапка. Шапку стирать надо. Вот. Ау-хау. А ничего же я придумал ей имя, Лена. Не. Лена, покажи свои уши. Кумари. Боже мой, какое чудесное животное. Ну, видимо, у нее уже тихий час, она отдыхать хочет, а мне надо драйвера на звук настроить. В общем, будет вторая часть, но чуть-чуть позже.